после возобновления чемпионата. Бил пенальти, но забил только один из трех. Итак, Мовсисян против Политикоса. Удар, гол, 1-0. Краснодар открывает счет. Угадал Политикоса и почти дотянулся до мяча, но все-таки достаточно сильно пробил Юра Мовсисян. И что, довел число своих голов до двузначного. 10 мячей на счету Мовсисяна теперь в этом чемпионате России. Нервы не подвели, глазомер не подвел. Ударил в угол и отпраздновал успех. 1-0. Но теперь, я думаю, будет очень интересно и очень жарко, потому что поражение — это совсем не дело для Ростова. Одно-то очко.